Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Land Rover Evoque 2011 года выпуска. Двигатель 2.2 дизель, полный привод. Пробег на автомобиле 85 тысяч километров. Сегодня заменим на нем передние тормозные диски. Стали немного подбивать при торможении. Поэтому решили снять и установить новые. Новые диски будем использовать оригинальные. Поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса и дальше уже по ходу движения будем снимать суппорт. Поднял автомобиль, снял колесо. Снимаем пружину. И снимаем сзади два колпачка, закрывающие направляющую. Один сверху и один снизу. Берем биту Torx 40, Т40 или же шестигранник на 7. Нет, бита Т45, а если простой шестигранник, то на 7. Они, в принципе, между собой взаимозаменяемые. Откручиваем и верхнюю, и нижнюю направляющую. Снимаем цилиндр тормозного, тормозной цилиндр от суппорта. И после этого уже откручиваем отдельно скобу от цапфы. Сниму шланг, отжимаю маленько. Внутренняя колодка у нас остается на месте. Снимаем наружную колодку. И откручиваем внутри два болта крепления скобы к цапфе. Болты здесь на 18. Вот верхний болт, вот нижний болт. Ну и скобу сейчас почищу, вот эти места, и собью с нее грязь. Щеткой по металлу уберу. Откручиваем болт, фиксирующий тормозной диск. Звездочка. Подержу монтажкой.
за 8 лет коррозия прихватила маленько. Сейчас почищу, смажу, когда буду закручивать. Снимаем тормозной диск. Вот здесь пошел. Чистим. Здесь сбиваем все по кругу, всю грязь, коррозию. Смажу медной смазкой посадку. И берем новый тормозной диск. Оригинальный номер LR00-7055. Такой вот диск. Идем устанавливаем на место. Почистил болт, помазал его тоже медной смазкой и закручиваем на место. Также посадочно помажу под диск. Почистил скобу. Устанавливаем ее на место. А теперь можно ставить на место наружную колодку. Колодки у нас новые, отходили совсем чуть-чуть. Ставим на место цилиндр. И закручиваем обе направляющие. Направляющие я тоже протер.
затягиваем. Закрываем оба колпачка защитных. Ставим на место шланг в кронштейн и устанавливаю на место скобу на суппорте пружинной. Все. Аналогичным образом меняем вторую сторону, устанавливаем на место колесо, нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза. Все, со второй стороны я тоже диск заменил уже, установил на место колесо. И на этом замену передних тормозных дисков я закончил. Всего вам доброго!